50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West. Destroyed our culture, our economies, our honor. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small... Nikolai! Form a check! The coup is a red herring! Just as they lay waste to our country, we shall lay waste to theirs. You think this will stop the bloodshed? Вы все равно скоро сдохнете. Понял, центр. Конец связи. Всем быть начеку!
Мне только что сообщили, что Аль-Асад ведет передачу с телестанции в полукилометре отсюда. Выдвигаемся пешком. На месте заберем посылку. Вперед! Телевизионная станция заблокирована и окружена, сэр. Отлично! Занять позицию на прорыв.
Сон здесь. Я его слышу. Выполнять! Чисто! Чисто! В эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Грикс, выключи ты это дерьмо. Вас понял. У меня все равно есть кое-что получше. Центр, говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Аль-Асада нет. Передача шла в записи. Прием. Вас понял, центр. Конец связи. Десантники! В комнате чисто. Слушайте меня. У нас новое задание. Быстро собраться. Его здесь и на нет. Выход. Сегодня после ожесточенного боя силы морской пехоты США ворвались в город, где Аль-Асад занял оборонительную позицию. В столице ведутся ожесточенные бои. Ночное небо озаряется зенитными ракетами и заревом пожаров. Колонна тяжелой техники начала группу. Повторяю координаты. 527619. Прием. Вас понял, прием. Би-6. В болоте застрял Абрамс. Позывной Кабан. Лейтенант Васкис, берите дробовик. Прием. Вас понял. Группа Ви в пути. Пусть Кабан ждет, мы уже приближаемся. Конец связи. Танк из группы А.